собранные специально для твоей модели телефона защитные стекла, наушники, смарт-часы и многое другое уже ждет вас. Так, ну разрешите мне теперь рассказать про Fly People. Это аэрокомплекс Fly People. Минуты свободного полета в аэротрубе и абсолютно новое для тебя и твоих друзей развлечение. Кто не был, рекомендую. Очень классно. Чувствуешь, что экстремально, но впечатление точно хватит надолго. Сеть фитнес-клубов World Class, признанный лидер, который входит в список 25 лучших фитнес-операторов мира. Физрук. Фитнес-клубов, где есть все для достижения ваших целей. Тренажерный зал с зоной функционального тренинга, зона единоборств, зал групповых программ, удобные раздевалки с сауной и комнатой для загара. Это и многое другое уже ждет вас. Ну и еще множество крутых партнеров, которые помогли организовать сегодняшнее мероприятие, но о них чуть позже, а пока давайте наслаждаться происходящим. На сцене народный коллектив «Студия этнической перкуссии «Этнопинг» Иркутского национального исследовательского технического университета». Руководитель Наталья Лосевская. Ваши аплодисменты! Ну что ж, давайте традицию на сегодняшний день установим громко аплодировать тем, кто находится на этой сцене. Thank you.
вообще просто их миллионы этих милиционеров. И вновь студия этнической перкуссии Этно-Петербургского национального исследовательского технического университета представит нам еще один уникальный номер. Дайте энергии артистам, дайте энергии! Итак, Министерство по молодежи и политике Иркутской области проводит конкурсный отбор на право получения гранта в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в 2023 году. Чтобы узнать больше информации, переходите по QR-коду, который вы видите сейчас на экранах. Гранты предоставляются Красным РФ в возрасте от 18 до 39 лет. О, кстати, мы с тобой еще не подойдем. А, ты есть у меня уже. Прости. Проживающим и реализующим проект на территории Иркутской области максимальная сумма гранта 300 тысяч рублей. Гранты предоставляются на реализацию проекта в различных номинациях, связанных с развитием молодежной политики. QR-код – это направление прямо сейчас на экране. Ага, если вы хотите реализовать свой социально значимый проект, то обязательно принимайте участие в конкурсном отборе. А вдруг повезет? Самое главное – надеяться, верить и, так сказать, Да. Удивительно, что столько возможностей сейчас представляется молодежи, если ты не хочешь им воспользоваться. И сейчас есть возможность у этого коллектива выйти на эту сцену прямо сейчас. Ну как, мы с тобой вдвоем?
Хорошо, тогда разреши, я объявлю. Это замечательный коллектив. На сцене появляется школа современной хореографии «Шаги» Ирнитук с номером «Шаманы». Вот это не традиция полиции, это не центр. Давайте ее сегодняшнего крупного масштабного праздника. Начинаем.
Квагиз – геоинформационный партнер нашего праздника. Все, что касается карт, навигатора и информации о городе, вы найдете в Квагиз. Просто скачайте приложение и все. Весь город у вас как на ладони. Сегодня от них тоже будут призы, которые вы будете разыгрывать в 16:00. Отлично. Аплодисменты Квагизу. Кто пользуется? Да все пользуются. Конечно, очень удобно. Очень удобное приложение. Итак, ассоциация «Байкальская виза» – крупная, динамично развивающаяся компания, в которую входят 4 гостиницы, 11 ресторанов и баров в Иркутске и на озере Байкал. Наш новый проект – это ресторан «Рёберная Путин» для встреч без галстука. Ну и, конечно же, различные площадки тоже разыгрывают сегодня свои подарки. Площадка на встречу своему телу, площадка на встречу в карьере, площадка семейная команда от российского движения детей и молодежи, отдел по молодежной политике администрации города Иркутска. Им также выражаю благодарность. Площадка на встречу добру, площадка на встречу знаниям, Тувеческий координационный совет Иркутской области. Ну вот слышала, ты уже назвал одну из площадок на встречу добру, с ней и познакомимся прямо сейчас. На сцену приглашается представитель площадки Родион Шантанов, координатор социокультурных проектов Иркутского регионального волонтерского центра. Аплодисменты Родиону. Всем здравствуйте, дорогие друзья, всем добрый день и рад приветствовать на этой прекрасной площадке, вот прекрасный день и большой привет от всех волонтеров с площадки «На встречу к добру». Дорогие друзья, сегодня моя миссия здесь, на сцене, презентовать уникальный формат мероприятий, фестиваль, который состоится уже в феврале 2024 года. Мы приглашаем всех вас, дорогие друзья, на игры будущего, диджитал игры, которые проводятся в городе Казани, в Российской Федерации, и они примут огромное количество участников. Конечно же, для огромного количества участников нужны очень хорошие, компетентные, профессиональные волонтеры. И у нас в городе Иркутске открыт ресурсный центр, который будет набирать волонтеров из Иркутской области. И у каждого из вас есть возможность посетить это мероприятие в качестве волонтера, посетить Республику Татарстан и, конечно же, увидеть город Казань. Дорогие друзья, Digital игры, игры будущего, это вот новый формат всероссийского, всемирного, наверное, формата, когда мы приезжаем на игры и играем в виртуальной реальности и в живом формате. Два в одном, только на Digital играх. Дорогие друзья, также наш Иркутский региональный волонтерский центр будет активно рассказывать об этих играх в своих социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на нас, Иркутский региональный волонтерский центр, который является самым главным волонтерским центром у нас в Иркутской области. И, конечно же, сегодня площадка «На встречу к добру» ожидает вас, потому что мы сделали все возможное, чтобы на этой площадке вам было комфортно, удобно и, конечно, чтобы вы получили самые яркие эмоции от самых добрых людей города Иркутска. Сегодня у нас ожидается, уже идут площадки волонтеров-медиков, волонтеров культуры, волонтеров-экологов. И уже идут лекционные мероприятия. Приходите к нам и, конечно же, про Digital игры более подробно мы можем рассказать на нашей площадке. До встречи на нашей площадке, до встречи. Добро. Родион, подождите секундочку, задержитесь на сцене. Вы так интересно, ярко, эмоционально рассказывали про игры будущего, что непременно захотелось увидеть ролик. Может быть, есть какой-то у вас? Да, конечно. Конечно, если... Давайте тогда мы с удовольствием его посмотрим прямо сейчас. Буду рад, буду рад. 2024 года Россия представляет впервые в истории инновационное спортивное событие «Игры будущего». Масштабный мультиспортивный международный турнир на стыке физической и цифровой вселенной. Сочетание классического спорта, киберспорта и высоких технологий. Команды со всего мира сразятся в реальном и виртуальном пространствах, запечатляющий призовой фонд. В России при поддержке на самом высоком уровне родился новый формат соревнований. Своим указом президент дал импульс для развития спорта будущего. Впервые спортивные и виртуальные дисциплины объединяются в единое пространство Digital Sport, который отвечает нашей основной миссии – способствовать развитию гармоничного человека. Цифровая реальность и энергия стадиона. Больше не нужно выбирать мяч или джойстик.
Сквозной счет в видеоигре и на реальной спортивной арене определяет победителя. Турнир «Игры будущего» объединяет 5 технологических направлений, 5 вызовов. Вызов спорт. Боевое нового формата. Классические виды спорта и их аналоги в видеоиграх. Вызов тактика. Всемирно известные игры в жанре трехмерный тактический бой и состязания на реальной площадке «Лазертаг». Вызов стратегия. Популярные стратегические компьютерные игры дополняются соревнованием на физической арене. Вызов скорость. Скоростное прохождение видеоигр и суперфинал с физической полосой препятствий. Вызов технологии. Соревнования с применением высокотехнологичных устройств. Битва роботов, гонки дронов, кибатлетика и виртуальная реальность. Уникальное спортивное шоу стирает границы между участниками и болельщиками. Уже сегодня определяет будущих чемпионов и дарит фантастические эмоции. Миллионы зрителей во всем мире присоединяются к движению «Игр будущего», следя за трансляциями на цифровых и стриминговых платформах. Уже в феврале 2024 года пройдут инаугурационные «Игры будущего». Столица первых игр, город Казань, встретит 1000 лучших атлетов и клубы из более чем 100 стран. Радость побед! Новые спортивные герои, непрерывный поток положительных эмоций и открытость всему миру. Объединяя спорт и технологии, мы объединяем мир. Игры будущего. Сделано в России для новых поколений. Вау! Вот действительно что-то на языке будущего мы увидели и услышали прямо сейчас. И я уверена, что кому-то из зрителей захотелось попасть, поучаствовать в играх, которые пройдут в Казани в 2024 году. Как это сделать, Родион? Все очень легко. Приходите к нам, либо в почтовом формате, и спрашивайте у нас непосредственно по почте, мы уже принимаем вашу заявку. Либо мы открываем портал dobro.ru, находим мероприятие «Игры будущего» и регистрируемся там как волонтер. Конечно же, полный отбор всех волонтеров Иркутской области будет осуществляться нашим Иркутским региональным волонтерским центром. И, конечно же, стоит туда съездить, уважаемые наши друзья, наши иркутяне, наши земляки, потому что мы сделаем все возможное, чтобы туда поехали самые лучшие. А вы все, как я думаю, и как вы думаете, лучшие из лучших. Возрастных ограничений для волонтеров нет. Принимаются волонтеры от 18 лет и старше, и до бесконечности. Приезжайте и давайте вместе сделаем все возможное, чтобы иркутские волонтеры показали, что значит волонтерство на всемирных масштабных играх. Ну, в общем, вы поняли, что делать, ищите, если что, на площадке вот этого мужчину колоритной внешности с косичкой, и он с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы, а мы едем дальше. Спасибо. Что хоть куда-то по возрасту я подхожу, могу волонтерам показать. Но мы продолжаем, дорогие друзья, пришло время уступить эту сцену кавер-группе Break Time. Давайте поддержим аплодисменты. Иркутск, привет! Ну что, готовы петь вместе с нами? Поехали. Я люблю тебя.
Друзья, ручки вверх! Но нет воды, нет воды, по сторонам. Оставайся такой, не оставайся там на тобой. Пожалуй, хватит вот этого. Я думаю, все понятно. Я дальше писать не буду. Вот так это все слышно у меня. Во всех окнах, а здесь домов много, это точно так же слышно. Разговаривать в комнате практически невозможно. Ну, это одна ситуация. Второе. Сейчас пришла ко мне знакомая, зашла, она шла мимо. Говорит, там милиции немерено, стоят автобусы. Туда не подойти, всех проверяют. Народу, говорит, там гораздо меньше, чем полицейских. Ну вот, вот что мы имеем. Не знаю, комментировать мне это, не комментировать. Я уже написал все, что мог. Я одно могу сказать, что слушать это еще невозможно, потому что это очень все на низких, видите, этих вот, как это... тонах и децибелах все делается, это все долбит, долбит, долбит. Это будет долбить до вечера. Это по форме. По содержанию ровно половина, если не больше, идет реклама, 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 реклама. И вот эта стандартная долбежка веселая.
слов, как говорится, нету, чтобы выразить то, что происходит сегодня в нашей стране. Ну, в принципе, я как мог в комментариях это написал. Безысходность и маразм. И хочу спросить нашего уважаемого президента. Господин президент Владимир Владимирович, вам вообще вот известно вот это вот, то, что здесь происходит? Уважаемый губернатор Кобзев, извините, имя отчество не помню, вы вообще как бы вот в курсе? Вот я для этого делаю вот это видео. Посмотрите, уважаемый мэр Болотов, к работникам, к непосредственным работникам, которые вот это все организуют и делают, я не обращаюсь. Это бесполезно, это же их рук дело. Они лучше придумать не могут, кроме вот этой долбежки и кроме как позвать этого расписного рэпера. Я его не знаю, не слышал. Может, он парень хороший, но он весь абсолютно не для сегодняшнего дня. Я имею в виду, он, может быть, и для этой молодежи, которую вы воспитали. Но он не для именно сегодняшнего дня. Вот этот день молодежи с лучшими традициями, видимо, с необходимостью их воспитывать патриотически. Ну, а как еще вы хотели? Я сейчас рассуждаю с точки зрения государства, государственного, скажем так, деятеля и гражданина. Вот что вы сейчас творите? Я обращаюсь к нашим так называемым культуристам, которых раньше называли массовики-затейники. Это вот зачем такая форма и зачем такое содержание? Я уже все написал. Уже, а голова-то болит, а куда мне уйти? Мне надо куда-то уходить сейчас отсюда, чтобы вот эту форму я не могу выносить. Но это долбежка. И это содержание я не могу слышать, потому что крик, ор и половина рекламы идет, а вторая половина какая-то вот в основном иностранная долбежка. Все, я выключаю, вы меня извините. Кому надо, идите слушайте, если вас туда пустят на этот праздник маразма. Вот так.